Всем доброе время суток, с вами канал Воха54 и я Владимир. Сегодня будем делать центроискатель. Идея это не моя и стара, как древний мир. Единственное, я покажу, как это сделать просто и точно. Для этого мне понадобится вот такой вот брусок. Толщина его 20, ширина 35. Вот такая вот фанерка, 5 миллиметров, ширина ее 20 миллиметров. Делать буду ламельником, но это не столько важно. Можно сделать это все и фрезой, фрезером в столе. Вот такой вот фрезой, 4 миллиметра. Но я буду делать ламельником, он быстрее и удобнее. Для начала нам надо зарезать ус. Запилил я угол под 45. Тут показывать нечего. Все просто настроили. Все по угольнику и отпилили. Потом заготовки вот так вот соединяю. И просто зажимаю струбцинами. Вот таким вот образом. И потом по линии отреза ламельником делаю паз ниже середины. Вот таким методом. То есть паз должен быть вот так вот, ниже середины. Сейчас сверху еще сделаем тоже ламельником вот такую четвертинку. Для этого надо ламельник настроить, чтобы фреза была ниже заготовки. Вот так вот сделать четверть. Вот такая вот четвертинка, видите? Для вот этой вот фанерки. Она и будет нам, так сказать, показывать центр. Но опираться будем не на четверть, то есть четверть без разницы, можно и шире сделать. Опираться будем вот на этот угол, который у нас остался целый. Его и будем использовать как базу, чтобы все было точно. После этого заготовки склеиваем. Берем угольник, все проверяем, чтобы было все у нас строго по углу. Потом берем фанерку и укладываем в эту четверть. Опираемся на ровный вот этот край. Тоже вклеиваем. Вот таким вот методом. Вот.
Вот и все. Можно сказать, центроискатель наш готов. Дальше обрезаем либо ножовкой, я это обрежу ленточкой. Ну и чтобы совсем был законченный вид, обрежу лишние вот эти длинные концы на торцовке, тоже по 45 градусов. Ну и сейчас проверим, как он работает. Сделал отверстие, чтобы можно было повесить, чтобы не валялся. И брусок квадратный. Сейчас нарисуем диагональ. Вот так вот он укладывается. И все спокойно рисуется. Как видите, диагонали все пришли в углы. То есть, значит, в бруске есть центр. Даже вот токарный точил. И все размечалось. Ну, настраивалось. Потом-то я другие центра ставил. Также он работает по круглым заготовкам. Тоже вот с квадрата все точилось. Рисовались диагонали. И если проверить, то все сходится по центру. Что так, что так. А значит, им можно искать центра в круглике и в квадратных брусках. Также можно проверить и угол, так как у нас здесь прямой угол. Достаточно взять какой-нибудь, например, нет угольника под рукой, просто берем, накидываем его и проверяем угол. Вот видите, щелка светится. То есть в этой доске нету, угла. И здесь нету, вот он болтается. То есть, как вы поняли, можно и здесь нету. В этой доске абсолютно нет угла. Ну и не мудрено, она лежит на сверлильном. Я и на ней сверлю. Вот такая вот полезная штука. Быстро и просто. А на этом все. Всем удачи. До встречи.